Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области возмущены отсутствием профильных министров на заседаниях комитетов. Сегодня в региональном парламенте прошло первое в этом году заседание комитета по бюджету и налогам. В повестке было заявлено 3 вопроса, докладчиками должны были стать руководители министерств. Однако на встречу с региональными парламентариями пришли заместители. Так, вместо исполняющего обязанности министра инвестиций Сергея Баринова и исполняющего обязанности министра транспорта Вадима Власова на заседании присутствовали их замы. Стоит отметить, что и возглавил заседание заместитель председателя профильного комитета Дмитрий Колыванов. Он отметил, если Сергей Баринов предупредил о своем отсутствии и обсудил вопросы повестки по телефону, то о причинах отсутствия Вадима Власова информации не поступало. Депутат Юрий Лебедев назвал эту проблему системной и попросил министра, представителя правительства Нижегородской области в законодательном собрании Дениса Бакиева обсудить этот вопрос с Глебом Никитиным. Данный вопрос был поднят вновь. Я надеюсь, что меняющиеся и вновь приходящие министры все-таки услышат наши голоса, и в дальнейшем посещение комитетов и работа вместе с депутатским корпусом будет достаточно эффективна и продуктивна.